что чат не смог подключиться, вот наверняка это будет делать локально. Так, запустить. Сбой вывода подробностей отражены в журнале. Окей. Так. Товарищ. Подключено, защищено. Классно. Класс. Угу. Отлично. Короче говоря, интернет не прогрессирует в этой местности. Но тем не менее, мы будем это дело, не знаю. Ну, запись идет. Так. Как. Поэтому это будет действие локальное. Что ж, товарищи, господа, я начинаю этот локальный стрим из леса. Я рассчитывал, что. Можно яблоко? А, нет, это я. Благодарю. Я предполагал, что интернет будет хороший и понадеялся на оператора нашего. Но интернет не прогрессирует в городе Красноярске. Поэтому вы уж извините. Это будет все-таки куда-то залито. Так, вот у нас костер. Назовешь его два дурачка в лесу. Так, оружие. Так, что ж, перекусим и расстреляем вон ту тару. Аккуратно, не промахиваться, чтобы не срикошеть его. Вот ствол. Из этого дела мы и будем это поражать. Все очень классно и брутально. Пока не будут выстрелы сделать. Так можно было подумать, что мы с огнестрелом вышли пострелять. Это пневматика. Угу. Запиши меня с жертвами. Нож. А так, ноутбук поднять и вот так вот. Да. Понижено. Вот эти вот три штучки будут уничтожены. Возможно, полностью. Полностью вряд ли. Вот это оружие. Что ж, стрим не получился. Ну ничего. Интернет же дома не закончился. Угу. Так. Это пока возвращаем на место. Камера немного кривовата. Поверни на меня. Ты в прострации теряешься. Не, погоди, нам камера под наклоном, надо тоже наклониться. Вот так. Чтоб наклон попал. Это ты из-за коста не попадаешь немного. Он тебя закрывает. Сейчас. У тебя наклон в другую сторону должен быть. На вот. Угу. Ну. Скиф, третьим будешь. Скиф, посмотри вон туда, помаши лапы. Вот так вот, собственно. Мы сидим, интересно. Смеркалось.
Лишь бы не сморкалось. Угу. Да, а завтра мне на работу. У меня наставник, как это, в той рекламе раньше было, про холст или про еще, или про ментос. Просто зверюга. Оправдывает свою фамилию. Дай ему Бог здоровья и долгих лет жизни, чтоб он до пенсии 68, чтоб он на пенсию в 68 лет ушел. 65. Не-не-не, в 68, 68. Я ему желаю только хорошего. Стив, ты все уже, да? Ну все уже. Готов. У него уже поплава пошла. Кто там? Стив, кто там? Там Китай. Там китайцы. Пытаются прорыться к нам. Лес наш порует. А то, что картинка под наклоном, это не камера под наклоном. А, подожди, не китайцы, а американцы же там. Угу. Агу. Это не камера под наклоном, просто земля же, она круглая. Точно. И вот мы как раз находимся по закруглению. Угу. Уникальный кадр, между прочим. Угу. А на самом деле, если быть точным, мы находимся на третьей горке, то есть, собственно... Так как на горке, то есть это возвышенность. Вот поэтому такой наклон. И нас склоняет как бы в сторону. Ой, туда, да, там. А, туда. Склоняет это. Ай, бля, гравитация, сука. Можно закинуть. Я. Гравитация! Да наоборот, в ту сторону. Я вообще, блин. Скиф! Тихо-тихо! Не сползай, скиф его, видишь. Уносит. Все. А, да, туда. О, его склоняет. Так. Ты что, пугаешь пса? Он такой. А, Атас, куда бежим? Он, бедный, хотел уже эту. Мне мама... Мне мама, бывает, говорит, ты чё орёшь, не в лесу же? В первом лесу. Здрасте, здесь лес. Орём! А-а-а! Если ты не против, я ещё это возьму, да? Играй последний. Всё рассчитано. Я отработаю, пацан. Так, запись. Ну, запись, слава богу, у нас идет. Стрим не идет. Ну и хорошо, то пришли на подъемную вещь. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, на работу не надо пока выходить. Во всем плюсы есть. Жестко, не люблю зеленые. Жесткое яблоко, я не люблю зеленые. Зеленый-то не, наверное, там полезнее, там железо, еще что-то есть. Ага. Так, я думаю, что родной микрофон тоже не хуже. Сидим в лесу, жрём яблоки. Я думаю, знаешь что, на третьей горке, знаешь, какая херня, когда был этот самый, кто там у нас, Ростелеком последний был, хозяин, нас как рабов туда-сюда тыркают, и по Ростелекоме сигнал был лучше, а на самой скале, мне кажется, там-то даже 3G есть. Но до скалы, там еще больше комров, поэтому, ну я нафиг. Да, там полчища комаров. Я точно не смогу вот так вот спокойно себя чувствовать. Ну что ты у костра?
Поэтому спокойно ты чувствуешь. А там еще больше, там вообще поставить костер, не костер. Ты это мне про костер не рассказывай. Мы тут на днях на работе, наш у нас уже получается байки у костра. Мы тут это, на днях на работе, это из травы, траву собирали. Это, ну, мы... Это законом запрещено, между прочим. Закон об наркообороте. Не, это не такую траву, простую. Это, ну, ты же знаешь, ты же работал на комбинате. Сколько там разных глупостей. Из травы траву собирали. Там как в армии прям. И из зеленой сухую, поясняю. Из зеленой скошенную траву. Тоже уже примерно вот так вот смерканулось. Все, у нас те парни, которые граблями собирали, уже продолжили работать. А мы, короче, с носилками таскаем. Пошел, короче, этот газ пошел. Одели противогазы, противогазы, ну эти респираторы. Ну газ, вредное производство, одели. И комары, нас до этого кусали комары. И комары вообще посрать, продолжили кусать. Вообще. Вот сволочи. Ничего их не берет, а ты костер, они балдеют от него. Не, они это. А дыма они это самое. А дыма они боятся все-таки. Скиф, не надо это нюхать. Я ему сказал, не надо, он такой башкой так помотал. Да-да, вот так вот и не надо. Иски близко к камере не подходи, а то мне категорию 18+ еще поставят. За что? За интимную демонстрацию собак. Почему интимную? Он так подает, что чем-то начнет махать. Все знает этот Ютуб. Что у него там на уме? Там все строго. Вообще. Короче, если вашим собакам нет 18 лет, отведите их от экранов. Что ваши собаки вообще в экраном делают? Так что только собаки, достигшие 18-летнего возраста. Вообще. Жестко. Но я думаю, для кошек это не будет. Нет, кошкам не относится, это же для собак какая-то может помогать. А кошкам это не, кошек это не это самое. Как это? Тоже? Почему? Хорошо. А, тогда кошкам тоже, чтобы 18 лет было. Ну да. Стремает. Давай, доставай оружие. Подожди мишени. И это... У нас время 24 минуты уже. А батарея еще, знаешь, я натренировал, хочу тебе сказать. Что сделал? Натренировал. Батарею? Было полтора часа, прошло 20 минут, все, значит, четко показывает, понимаешь? Хорошо. 14, ну да, все четко. Так. О.
Вроде видно. Ну пока не стемнело, надо это. Блин. Угу. Есть. Так, есть контакт. Так, ну да, пока не стемнело. Короче, в чем суть этой стрельбы? У нас будет оружие, каждого свое. У тебя сколько в магазине патронов? 6. Блин, у меня больше. Конечно. Так, 6. А у меня-то? У меня, наверное, 16. Короче, тогда ты будешь это... Так. Короче, за каждое твое попадание ты будешь учитывать, что у меня больше. У каждого будет 3 мишени. Ага. Каждый по очереди. За каждое твое попадание это оно будет оцениваться в 2 очка. Ага. Ну, а у меня больше патронов, собственно. У меня одно, естественно. То есть, а если ты 3 раза попадешь, то это 9 очков. Да. Нет. Чё? Я же мальчика. 6, да, 6. Так. Не знаю. Ну, блин, это зеленый его уже, наверное, не будет видно. А-а. Да, Витёк, зеленый уже. Опа! Зеленая ограда. Зеленый уже, короче, в таком освещении ее уже, короче, никуда. Белая мишень. А уже и прозрачную, ты знаешь, трудом. Так, 4. Все, короче, 8 очков. Тебя мать уже. Когда домой приходит? Она уже пришла. Уже пришла, да? Угу. Странно, что не звонит. Что-то мы тут задержались. Да. Слушай, блин, я очкую насчет этих самых стеклянных бутылок. Что такое? Отрикошетит? А, ну уже отрикошечено не будет. Yeah. Так, есть попадание. Но не упало. Должно ее сломать или разбить, или повалить. Ладно. 2. Нет, нету. 2, 4. 6. 8. Так, что, все, да? Да. Не разбивается, зараза. Ну что ж, теперь я. Давай. У тебя 8. У меня просто каждое попадание одно очко. Угу. О, это, блин, я так смотрю, вот они. Ты откуда стрелял? Вот так? А, поближе. Пускай даже вот так будет. Окей. Можно отрикошетить абсолютно любую сторону. Да. Независимо от того, где ты слышишь. Что такое? Как будто нет. Я с глушителем стреляю, Витёк. Что такое? Бутылка упала. Я в нее попал. Ты слышал звук? А ты ее уничтожил.
Вот это поворот. Так, ну, ты наблюдаешь, да, за картиной? Я просто слышу звук, я думаю, что такое, где звук? Нема. Так, два, да? Да. Да что, что такое? Че, откуда у меня глушитель на пистолете? Да, ё-моё. О! Страйк! Две, что ли? Да, две сразу. Одна, другой глушитель. Так, итого четыре, да? Нормально. У меня ни разу не было. Вот это поворот. Опа! Развалился. Минус пять. Нет, слышу, попадаю, он просто туда полетел. Опять по. Всем. Да. А ты не слышно, как ты пугаешь? Ну. Да. Может, баллон уже все кончился. Ух ты, хорош. Восемь. Так. И. Так, у меня. Смотри, сейчас мне просто патрон спал уже осталось. Опять по. Что, стекляшку отбило. Так, и. Все. Короче, 9. 9. И со счетом 9-8 я побеждаю из вот этого американского оружия. Если что, вот это вот американское оружие, вот оно, где оно, вот оно. Вот это. Вот это американское оружие с Smith & Wesson. А вот это? Тоже американское оружие. Вот это вот. Это российское оружие. Да, блин, нет. Это тоже американское. Там... Это ПМ. Но все-таки американский ПМ. Американского производства. Да. Тут в России не делают пневматическое оружие качественно. Ну ладно, собственно, не будем о плохом. Так, так. Короче, с ножами, наверное, ничего не получится. Нет. Оно летит, и мы не выйдем. Да. Так что... О, 50. Мы закончили, да? Я пристрелил. Так, ты еще хочешь сюда? Давай. Поставь оставшихся тогда. Блин. Я запись-то. Давай хоть поставим. Ты хочешь записать это? Да пока батарея позволяет. Мне кажется, не видно уже ничего. Вам видно, нет, кто там будет смотреть. Кто? Чувак, который смотрит. Тебе там как видно? Это будет не онлайн. Тебе норм там смотреть? Не темно, нет? Ну извини, у нас фонариков нету. Так, вот. По синей работай. Легко. Так, погоди. Сколько еще осталось этих самых патронов? Два. Так, даже тебя плохо видно. Так, пойди, стреляешь по моей команде, так. Поверни голову в камеру, вот сюда. Так, есть. Вот мишень, давай. Делай. Есть. Вот, а я с глушителем стрелял. Так что... Так, блин, уже херово видно. Очень. Так, надо это выйти в лес. Ну вот, иду по лесу. Типа собираю грибы. Та-та-та-та. Какого черта, почему нет грибов? Все уже темнеет. Знаете, вот, мы в лесу. Никакого подвоха, это не голограмма. Так, Витек, отключай голограмму. Нас спалили. Черт побери. Все пропало. Ой, блин. Я даже вот так сейчас сделаю. По хардкорду.
это интересная запись, знаешь. Так. Иду я такой, иду. Опачки, я ноутбук нашел, ты прикинь, а? Охренеть, новый. Почти. Эй, ты кто? Мужик, ты кто? Так, мышь. Где наша мышь? Тебя не видно, но ну ладно. Это, знаешь, slow motion. Так, ты бежишь этот, slow motion так. Не видно уже. И правда такой. Понятно, уже херово видно. Так, это А. Мы ведем репортаж с земли. Здорово. Что делать, когда нету GoPro? Ты еще вот так вот сделай. Закрой, чтобы видно было, что это ноутбук. Ну не, мы не такие дилетанты. Вот реально, тут ни хера, я уже не вижу. Ну так как это лес, знаешь, что мы забыли сделать? Это ж лес, блин, ты чё? Да, не все. А вот так вот. Вот этот кадр. Это. Фу. Класс. Так. Видео. Как называется видео селфи? Я не знаю. Селфи. Фу. Это селфи. Мелфи. Так, да, вот видите, у нас так еще интересно. А вот так вот. Небо. Фу. Нам еще домой пилить по такой темноте. Вот такие мы идиоты. Ну если что, я знаю как. Хочешь, я тебя выведу? Нет. Не из себя, в смысле, из леса. Нет. Ну я могу и из себя, и из леса. Не надо, я знаю, какой ты наводчик. Наводчик. Не знаю, наводчик-то я хороший в танках. Ну, а в лесу не очень. Да? Да. Знаешь, я тут смотрю на уровень заряда батареи. Что там? 50%, знаешь. Нормально. Такой потенциал, это, собственно, не страшен. И поэтому надо найти такой лес, где есть 3G. Я этим займусь. Ну не прямо сейчас. Ну конечно не прямо сейчас. Комары. Комары, мать их. Хочу домой пилить, просто погоду. Я знаешь, я уже привык к комарам. Я уже. Ему-то хорошо. Он-то ближе пойдет домой, а мне еще до центра города. Ты. Центр города Красноярска. О, так, во. Природа, комары. Как мне говорил один знакомый мой брат. Один знакомый брат. Да, как мне говорил мой один знакомый брат, что комары это первые несколько дней. Это. А потом ты привыкаешь, потом они тебя кусают, ты уже как бы. Уже... Опыт рыбалки, да. Такое вполне возможно. Ну, собственно, я думаю, из-за того, что уже темнеет, и из-за того, что нету, в основном из-за того, что нету качественного интернета, поэтому все мероприятие у нас закончится. Смотрите это дело в YouTube. А так бы мы заблудились ночью здесь онлайн. Заблудились ночью онлайн, смотреть до конца. Автор дебил. Ставьте лайки. Такое, знаешь, такое видео бы точно много бы просмотров забрало. О, нихера себе, они так заблудились, классно. Такие донаты поперли. О, нихера себе, не будет. Похороны донаты. Это такой кто-то в комментариях. Давай, это скидываемся автору на похороны. Окей,
из тела. Ладно, короче, надо собираться. Наверное, уже. Знаешь, тут, как говорится в той поговорке, короче, дело к ночи. О, это правильно. Так, а теперь надо найти мышь. Мышка. Квест. Вот тут уже идешь. И знаешь, и уже непонятно, кто я. Знаешь, в черном такой в черном капюшоне. Кто ходит в черном капюшоне? Смерть? А еще кто? А? Человек, который надел шлем. Ассасин. Я недалеко. Если вы это не подпишетесь на мой канал, я вам приснюсь всем и каждому. И тебе лично, понял? Блин, надо подписываться обязательно. Так. 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 Интересно, там есть патрон или нет? Патроны. О, нету. Ты что, застрелиться? Хотел застрелиться из пневматического оружия. А знаешь, воздухом тоже это... О-хо-хо. Хочешь попробовать? Я не навожу ни на кого оружие. На тебя тем более. Не, оно это ударяет так, слушай. Не-не-не. Русская рулетка и из автоматического оружия. Интересная, да? Аттракцион. Почему не играет в русскую рулетку из автоматического оружия? Поставили один патрон. А, нет, тогда бы это, знаешь, как было бы. Я сейчас не смогу показать. Короче, товарищи, у кого есть автоматическое оружие. Автомат, пистолет, у кого что есть. Главное, чтобы оно было автоматическое. Лучше, конечно, чтобы не огнестрельно, в идеале, чтобы не было жертв. Берете его, ложите на стол, заряжаете один патрон, снимаете с предохранителя, раскручиваете, садитесь в кружок, и на кого покажет, тот стреляется. Парам-парам-пам. На этом, собственно. Если оно было автоматическое, то предварительно... закажите машину это там, ну эту похоронную, там милицию, скорую. А милицию можно не надо, то посадят. Скорую, чтобы морг отвезли. Парам-парам-пам. Я думаю, на этом безобразии можно закончить. Потому что. Обязательно надо заканчивать. Потому что сейчас тут мы будем тушить костер по-пионерски. А это категория 18+, поэтому всем пока. Я не знаю, что записываешь, тебя не видно уже. Да.